Вітаю вас, друзі, на каналі Миколаїв. Це розмова на тему. І якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Ми з вами, друзі, зустрічаємося напередодні великого православного свята – Хрещення Господнього. Саме з ним пов'язано чимало дивовижних див і таємниць. А чому так? Зараз спитаємо нашого гостя – Ієрея Андрія Чиженко. Отець Андрій, здравствуйте. Спасибо, что вы приехали к нам в студию. Отец Андрей, мы с вами встречаемся накануне крещения Господнего, и еще мы будем встречать крещенский сочельник, день строгого поста. Будьте добры, это очень большое по своей значимости православный праздник. И именно с ним связано очень много всяких таких моментов. Он вызывает целую бурю разных эмоций в людях. Почему, отец Андрей? Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. Я вас от всей души поздравляю со святками, ведь период Рождества Христова до Крещения Господнего – это один большой праздник, где отменяются коленопреклоненные молитвы, поклончики коленопреклоненные земные, где отменяются пост, среду и пятницу. Идет один сплошной праздник, который называется святками, потому что мы празднуем Рождество Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и мы будем праздновать скоро, не за горами у нас праздник Крещения Господнего. Так, да, это очень важный праздник, он является двунадесятым праздником, то есть входит в число 12 больших праздников, которыми Господь совершил домостроительство нашего спасения, то есть дело спасения рода человеческого. Крещение Господне – это, наверное, можно сказать, что это огромный праздник, потому что как бы даже чисто исторически он, видно его важность в истории православной церкви, потому что, во-первых, о нем повествуют все четыре евангелиста. То есть они, в принципе, дополняют друг друга, они немножко, как бы скажем, каждый акцентирует внимание на своем, но все четыре евангелиста ровно в один голос повествуют о крещении Господнем. То есть именно это событие в четырех Евангелиях освящено. Во всех четырех Евангелиях. Где-то больше, где-то меньше, где-то с более разными деталями, но во всех четырех Евангелиях. То есть это говорится о том, что насколько значимо это событие. То есть и также можно сказать, что оно не только освящено в четырех Евангелиях, но вследствие этого еще древняя апостольская церковь уже знала праздник Крещения Господня. То есть практически в первой церкви было два праздника. Это Пасха, то есть Воскресение Христово, и три праздника, вернее, Воскресение Христово, Пятидесятница, то есть сошествие Святого Духа на апостолов, и Крещение Господне. То есть почему придавалось такое большое значение этому празднику, Крещению Господнему? Суть, самое главное этого праздника в том, что оно по, скажем, церковному, по уставу называется Богоявление. То есть Богоявление почему? Потому что явилась впервые в Новом Завете, явилась Святая Троица полностью. То есть Сын, Господь и Бог и Спас наш Иисус Христос крестился в водах Иорданских. Бог Дух Святый в виде голубя, причем физического голубя, сошел на него, как повествует святой апостол Иоанн Иоанн Богослов. И Бог Отец, разверлись небеса, и был слышен глас с неба, который говорил, Бог Отец говорил, что сей Сын мой возлюбленный, в нем же есть мое благоволение. Да? То есть мы видим, что все лица Святой Троицы открылись миру, пожалуй, впервые после такого многих тысяч лет, когда они пришли к святому праотцу Аврааму в виде трех ангелов, да, знаменитая икона Святой Троицы. Поэтому в этом суть этого праздника, самое главное. То есть и также следует сказать, что само событие, оно было довольно удивительным. И можно сказать, как повествует святитель Иоанн Златоуст и святитель Николай Сербский, что само по себе раскрытие этого события, оно является для нас очень огромным и большим примером. В чем же состоит суть этого события? Представьте себе, кто такой был тогда Иоанн Креститель. Это была знаменитость, это была большая величина. Сын убиенного архиерея Захарии, подвижник, постник, пустынник, пророк, который глас его был слышен везде среди народа. И множество толпы народа, толпы иудеев стекались к нему для того, чтобы принять от него крещение покаяния. Конечно, в этой толпе не было видно Христа.
То есть он был сокрыт, у него, как повествует святитель Николай Сербский, было два сокрытия. Первое сокрытие – это плоть, и второе сокрытие – это смирение. Господь ведь не пришел, да, продолжая рождественскую тему, не родился в семье великого и могучего императора римского, да, на то время кесарь Август, это был как бы человек, который обладал огромной властью. Мало кто из современных правителей обладает той властью, которой обладал кесарь Август, повелитель вселенной, скажем так, ойкумены, то есть цивилизованного человеческого мира, скажем. Но он родился в вертепе, в яслях, то есть он родился в маленькой пещерке на окраине города Вифлеема. И здесь мы видим тоже смирение, мы видим то, что Господь пришел очень тихо, его никто не узнал. Кроме Иоанна Крестителя, о нем никто не знал. Все взоры были обращены на святого пророка, причастника Крестителя Господня Иоанна, который крестил, который наставлял людей, который обличал грехи человеческие. Но Иоанн Креститель, великий святой, он, конечно, его узнал, потому что на то он и был рожден, чтобы узнать Спасителя и чтобы указать на него народу. И он, когда понял, он уже знал, что Спаситель на земле. Он не знал, как он выглядит, он не знал, как он себя чувствует, скажем так, где он находится, но он знал, что Спаситель на земле. И вот когда вот эта огромная сотенная, может быть, даже тысячная толпа южного, она собралась на южной оконечности Иудеи, на Иордане, то есть и много-много людей окружали Иоанна Крестителя, и он в этой толпе узнал Господа. Он понял, что случилось что-то необычайное, что, как бы скажем... Он зримо его увидел, он увидел человека, в котором он узнал, да? Мы не знаем, понимаете, как душа святого откликнулась на это дело, потому что Пречистый, Пресвятой, Превеликий Бог истощился и стал человеком для нашего спасения, и вот этими своими пречистыми ногами он как бы пришел сюда, на Иордан, и он, конечно, узнал его. И когда вот он увидел Христа, то он воскликнул пророчески, как повествует святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, он воскликнул, что «Се есть Агнец Божий, вземлющий на себя грехи мира». То есть вот идет Агнец Божий, который вземет на себя грехи мира. То есть он сказал, что вот это Бог, который пришел для того, чтобы взять на нас все наши, на себя все болести, все скорби, все проблемы. То есть и вот такое засвидетельствование от Иоанна, конечно, поразило тогда народ. И когда Господь вышел к Иоанну Крестителю, тогда он сказал, что я должен от тебя креститься, принять от тебя крещение. Но мы видим здесь и смирение Иоанна Крестителя. Он сказал, я недостоин. Как вот, что такое, да, крещение, суть крещения, то в том, что как бы человек, священник, в данном случае Иоанн Креститель, возлагает на главу руку и, скажем, погружает человека в воду и возвышает человека из воды троекратно. И он не дерзнул этого сделать, то есть положить руку на главу Бога. То есть Иоанн Креститель этого не смел сделать, и он сказал, я недостоин, как бы я не могу этого сделать. Но Господь сказал ему, надлежит нам исполнить всякую правду от Бога. То есть нам надлежит это сделать, потому что Христос пришел исполнить весь закон, исполнить весь завет. Христос пришел показать пример людям, как надо исполнять Божьи заповеди. Христос пришел для того, чтобы взять на себя проклятие рода человеческого. То есть он, да, и он был безгрешен, но вот это тело и душа человека первородно с первородным грехом была в нем. Он взял это падшее естество человеческое на себя. И вот для того, чтобы окончательно это исполнить, он должен был креститься от Иоанна. И тогда Иоанн Креститель допускает его до крещения. И вот когда Христос входит в Иорданские воды, тогда по повествованию святых отцов вода Иорданская замерла. И море от Иордана отодвинулось. То есть произошло вот это замирание воды, замирание источников вод, когда в них вошел Бог. И когда мы видим, знаем иконочку вот, литургическую крещение Господня, видно, как вот такие в воде темные бесики разбегаются в разные стороны от крестового тела, от того, что Бог вошел в воду. И когда Он вошел в воду и совершил троекратное погружение, тогда на Него, видимо, зримо сошел Дух Святый,
в виде голубя, да, голубь как с одной стороны символ чистоты, символ невинности, символ смирения, с другой стороны здесь как бы есть перефраз с Ветхим Заветом, да, что когда Ноя фактически спас голубь, да, принесший в клюве оливковую ветвь, то есть символ спасения, надежду на спасение. Поэтому здесь Святой Дух сошел в виде физического голубя, то есть он был виден и он был явственно как голубь, как повествует Иоанн Богослов. И разверзлись небеса, и совершилось вот это вот глас Бога Отца, он с небес произнес: «Се, Сын мой возлюбленный, в нем же мое благоволение». Что означает «Сын мой возлюбленный»? Мы все творения Бога, мы все, скажем так, творения, но этот Сын, он не творение, он рожден от Бога, он Бог по благодати, он Бог по естеству своему, по существу это Бог. То есть Христос – это Бог. И мое благоволение, то есть имеется в виду, что как бы я передал ему все мои дела, чтобы он благо совершал. То есть у него воля была благо. И когда вот еще случилось преображение Господне, тоже слышен был глас Бога Отца, тогда он сказал: «Его слушайте», добавил, «Его слушайте». То есть для спасения надо слушать Христа. И вот совершилось это дело крещения Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который сделал несколько дел. Во-первых, он освятил источники водные, освятил Иордан собою и все источники водные на земле. И во-вторых, он совершил как бы троекратное дело спасения уже в своем воплощении. Первое, он взял на себя плоть и естество человеческое, падшее, поврежденное грехом. Тем грехом, от которого человек не мог избавиться, природный грех прародителя, да? Грех гордости, который присутствует во всех младенцах, который присутствует в каждом человеке на земле, он взял его на себя. Второе, он заключил новый завет с Богом. И третье, своими страданиями, крестной смертью и воскресением Христовым он разбил ад, разбил грех, разбил смерть и сделал возможным человеку вот это вхождение в Царство Небесное. И хочется также сказать, что мы должны понимать, что здесь еще есть очень такой интересный момент, что как бы мы, по словам апостола Павла, мы царское священство, мы род благодатный, что православный христианин, он является царственным священством сам по себе. Простой человек? Простой человек, православный христианин. То есть священник само собой. Но в чем это состоит? Потому что Господь дает нам невыразимо огромный дар. Он дает нам таинство крещения. Что такое таинство крещения? Суть таинства крещения. То есть смерть и жизнь. То есть если разобрать вот формулу, тайно-совершительную формулу таинства крещения, да, крещается раб Божий или раба Божия такая-то во имя Отца, и погружается человек в воду, аминь, возводится, и Сына, погружается человек в воду, аминь, возводится, и Святого Духа, погружается человек в воду и возводится, аминь. Да? Вот такая формула совершения таинства. И вот что означает погружение в воду? Погружение в воду означает смерть ветхого человека. То есть вода – символ смерти, это символ земли. То есть почему, например, в крайнем случае, когда человек находится в пустыне, его можно крестить песком? Ну, потому что вода в данном случае при крещении – это символ земли. Мы уничтожаем своего ветхого человека со страстями, с похотями, с гордыней, с грехами. Он погребается в этой крещальной купели, но восстает уже человек новый, человек возрожденный благодатью Святого Духа. Человек, так как он двойное существо, то есть существо и телесное, и духовное, в этом суть человека – то вода очищает его тело, а благодать Святого Духа, которая была дарована Христом при крещении, ну, то есть он как бы человек, Бог и человек, и в этом человечестве он усыновляет всех нас и всем открывает вот это вот крещение, благодать Святого Духа. Как бы на всех сходит эта благодать Духа Божия, и всем раздается глас Бога Отца, потому что Христос усыновил всех нас. И в этом смысле, конечно, что человек возрождается уже новым, обновленным Святым Духом. Вот почему царственное священство. Потому что он уже со Христом, он уже является членом Церкви, он уже присоединен Святым Духом, присоединен
к Святой Православной Церкви и к Богу. И когда совершается это присоединение, когда благодать Святого Духа при возведении, при совершении крещальной формулы сходит на человека, тогда совершается еще одно удивительное дело – разверзаются небеса. То есть человек, Царство Небесное ему становится доступным. И тогда раздается глас Бога Отца, который говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Он раздается не только Христу. Впервые он раздался Господу. Но так как Господь на всех усыновил, став Бога человеком, став человеком, то это раздается глас и нам. Мы тоже сыны Божьи. Ну, так он сын с большой буквы, а мы сыны с маленькой буквы. И поэтому таинство крещения – это огромнейшая милость к нам, грешным людям. И в то же время это огромная благодать и огромная ответственность. Мы должны это знать, и мы должны это понимать, потому что когда человек просто хрестився, а потом уже батюшку він уже не бачить, як його перед ногами виносить з хати, він бачить тільки при крещенні батюшку, і коли вже його тіло виносять із хати, він сталкивается со священником. Да? Это очень плохо, потому что человек, он взял на себя ответственность, он имеет образ Божий, он имеет благодать Святого Духа, он крещен, он, его душа сочеталась со Христом. Если он не живет жизнью православного христианина, то это то же самое, что взять икону, выбросить ее в грязь и завалить ее мусором. Понимаете? Человек ответственен за свое крещение, потому что, как говорил апостол, вера без дел мертва. То есть мы не можем быть говорить, что мы утверждаем, что я православный, и значит, я спасен однозначно. Мы должны очищать это таинство крещения, мы должны его лелеять, мы должны его хранить, мы должны возгревать этот дар таинства крещения своей жизнью, своим исповедью, своим как бы причащением, своими молитвами, своими постами. Мы должны перерождать вот эту грешную природу. Вот эта заквасочка нам дана уже, благодать Святого Духа, в наше тесто, скажем так. И мы должны вот это вот тесто возгревать. Мы должны его перерождать, чтобы, как говорил говорили об Иоанне Крестителе, чтобы мы тоже вслед за ним были небесными людьми и земными ангелами. В этом задача православного христианина. Поэтому еще праздник крещения или Богоявления называется просвещением. То есть просветился мир, просветился человек вот этим таинством благодати Святого Духа. Мы получили огромнейший дар быть сынами Божьими, иметь благодать Святого Духа и войти в Царство Небесное и стать новыми людьми, новыми, возрожденными, святыми людьми, как это было до грехопадения. В этом состоит духовная суть и смысл таинства крещения. Очень, очень глубокий, очень таинственный, отец Андрей, смысл таинства крещения. Но с крещением связана еще и другая сторона. Очень часто именно под крещение гадают, связано с какими-то, есть какие-то приметы разные самые, что там то нельзя, это нельзя, но все это по сравнению с тем величием, конечно, оно меркнет, да. Меркнет. Это связано потому, что как бы в нас еще мы не искоренили в себе то язычество древнее, которое было у древних славян, когда древние славяне, они были язычниками, людьми, которые полностью зависели от природы, да, от стихии природы. И поэтому они обожествляли эти стихии природы, придавали им огромное значение, скажем так, да. И еще плюс ко всему, как бы это язычество, оно было математичным, то есть формальным. То есть если ты вот только так в определенный день, в определенное там, когда луна происходит в определенном там состоянии, только в этом состоянии как бы можно сделать, там, совершить какой-то обряд вот этот языческий, да, и если не будет сочетания всех этих внешних формальных факторов, тогда все разрушится. И, к сожалению, вот это язычество, ведь мы не понимаем, оно осталось в нас очень, это, конечно, плохо, это, конечно, язычество и сатанизм, потому что ведь языческий мир, он был страшен, и славянский языческий мир был страшен. Как бы не, в славян не было понятия брака,
как бы был свальный грех. У славян не было понятия, как бы, когда славяне шли на войну, они по жребию как бы выбирали себе жертву, и того человека его казнили, приносили в жертву Богу Перуну, были человеческие жертвоприношения. Понимаете, и просветили славян, культура славян, мощь государства славянского, все пронизано только христианством. Только Христос, как бы и крещение, крещальная купель, скажем так, и ранопостного великого князя Владимира на реках Днепра и Почайна, как бы они являлись вот этим вот мощным фактором, когда переродился не просто человек, когда ветхий человек славянский умер, и родился новый славянский человек, совершенно новый, то есть православный христианин, славянин, православный христианин. И вот давайте я желаю всем от всей души не откапывать мертвеца, не ворошить вот это темное, дикое, страшное прошлое, не призывать себе на голову беду, бесов и так дальше, и так дальше, но идти вслед за нашими предками, которые от этого отреклись, которые сочетались со Христом. Так будем же сочетаться со Христом, но не с Велиаром и не с дьяволом. Отец Андрей, и еще вы говорили о том, что вода – это, с одной стороны, символ смерти, потому что это земное такое естество, но, с другой стороны, большое значение христиане придают крещенской воде. Да. И еще есть такое, что в день крещения одна вода, а накануне в крещенский сочельник – это другая вода. Будьте добры, суть. Да, дорогие братья и сестры, сейчас мы остановимся на богослужебном, так сказать, уставе и на том, что понимается под крещенской водой или великой агиасмой. Значит, в этом году есть два, как бы, в богослужебном уставе два варианта, скажем так, празднования крещения Господнего, когда крещение Господне с сочельником припадает на будний день, и когда крещение Господне с сочельником припадает на субботу или воскресенье, праздничные дни для православного христианина. Мы знаем, что в данном случае крещенский сочельник припадает на воскресенье, да? Поэтому служба будет довольно долгая, потому что после литургии практически сразу будет начинаться вечерняя крещенская, где будет читаться паремии ветхозаветные, то есть ветхозаветное чтение, где будет освящаться водичка в эту крещенскую, на крещенскую вечернюю, потом будет служиться по вечере, будет служиться утренняя, палеолей, с выносом иконочки, крещение Господнего. И тогда, скажем так, ради этого как бы много служб, из-за того, что много служб, то разрешается вкушание пищи, чего до первой звезды, до окончания вечерней в будний день не разрешается. Но в силу того, что сочельник припадает на воскресенье, поэтому можно покушать немножечко между литургией и вечерней. Но опять же будем напоминать, что в этот день это строгий пост. Однодневный строгий пост, то есть мы кушаем только соелеем, то есть подсолнечным маслицем, картошечку, там кашку какую-то, то есть растительную пищу без животных белков, включая и рыбу, то есть рыбку тоже нельзя есть. Также хочется сказать, что и соответственно вода освящается на рождественский сочельник, вода освящается на крещение. Это одна и та же вода. Одна и та же. Она называется Великой Агиасмой. То есть агиасма в переводе из греческого «великая святыня». То есть это одна и та же вода, которая освящается два раза в год в крещенский сочельник и после литургии как бы на крещение Господне. То есть это одна и та же вода. То есть она имеет одни и те же свойства, она освящается одним и тем же чином. То есть, скажем так, просто традиция освящать воду именно в сочельник, она была присуща православной церкви издревле. То есть она была присуща православной церкви, потому что в этот день именно крещенский сочельник, да, крещение, да, скажем, крестили оглашенных. То есть если мы сейчас утилитарно часто относимся к таинству крещения, то древние христиане так к нему не относились. Человек 3-4 месяца говел, он постился, он ходил на огласительные, то есть как бы вероучительные курсы, его проверяли. Только после долгой вот этой проверки, после долгих постов его допускали к крещению. Да? И вот для него это был действительно праздник души. И вот такой праздник души именно совершался именно в крещенский сочельник. То
То есть, как бы, и поэтому этому именно приурочено было освящение воды в крещенский сочельник. А после литургии это уже устав Иерусалимской церкви, когда патриарх Иерусалимский после божественной литургии на крещение Господне, он выходил на источники вод, на Иордан, где крестился Господь. И там уже он совершал чин освящения воды, так как патриарх имеет благодать Божию и является апостольским преемником и как бы символом Христа в епархии, то у нас из Иерусалимской церкви это пришло уже к нам, то есть освящали водичку уже и как бы после литургии на крещение Господне, и на это крещение Господне уже после литургии является исхождением на источники водные. В данном случае наш владыка Петерим, правящий архиерей, он выходит на излучину Южного Буга Ингула на бульваре Адмирала Макарова, где освящает воду. То есть и эта великая святыня Агиасма, она является очень большой святыней. Она должна, к ней должна трепетно относиться, и надо сказать, что нечистая сила от нее бежит, от нее трепещет, как от огня. Она потом церковью, православным христианином используется во всех своих нуждах и является большой святыней, большим лекарством, целительным, конечно же, для нас и для всех православных христиан. Отец Андрей, спасибо большое. Все время нашего эфира подошло к концу. Ну что ж, с наступающим крещением вас, дорогие телезрители, и вас с наступающим крещением. И пусть крещение Господне просвещает души и сердца. И пусть будет в душе мир и любовь. На все доброе.